Эту встречу проводит бригада судей в составе руководитель ковра Аркадий Мирников, город Томск. Рефери на ковре Сергей Бахтанов, Тамбов. Боковой судья Юрий Гудочкин, город Новоалтайск. Все судьи международной категории. Борец в красном трико. Ну, довольно молодой борец, смотрите, 2002 года, вот только 18 лет, в феврале исполнится, по справке родителей борется, смотрите, за третье место на чемпионате России борется. Мухаммад Евлоев представляет город Москву, тренируется под руководством Руслана Белхаруева и Алихана Арабханова. Победитель первенства России среди юношей, Европы среди юношей. Второе место на первенстве мира среди юношей у него. И бронзовая медаль на Олимпийских юношеских играх. Его соперник, борец в синем трико, уже в возрасте, мужчина такой, 1989 года, рождение, Артур Сакуров, Краснодарский край, призер чемпионата России 2014 года, тренируется под руководством тренеров Иванова и Шакалова. После первого периода ведет Артур Сакуров, Краснодарский край, борец в синем трико, мастер спорта. Давай, давай, давай! Не было первого!
Досрочную техническую победу одержал Артур Сокуров, Краснодарский край, мастер спорта.